Привет, народ! Посмотрите, какой у меня сегодня наряд. Короче, 6 число, 6 июля, ночь Ивана Купала. Тут все так красиво собрались, оделись. Здесь цветы стоят. Из них собираются сегодня, я так понимаю, плести веночки. Красиво, много. И поглядим сейчас, что происходит на улице. Здесь еще очень жарко, поэтому мы и сидим внутри. Сейчас хотя 7:20 вечера. Вот тут будет костер, через который все будут прыгать. И там какие-то стрёмные куча зеркал. Мы настраиваем фотозону. Это просто фотозона. Мы тут еще расставим свечечки красиво. Мы сейчас настраиваем зеркала, чтобы получилось что-то, чтобы ты потом так сделаешь. Пах! И оно выпало. Ролики. А что здесь будет происходить? Почему ты это все расстелил? Это мы просто будем вокруг лежать? Здесь мы будем рассказывать страшные истории, гадать. Но да, это все будет после того, как мы будем прыгать через костер. А венки плести? Сейчас, венки, первым, да, делом? Сейчас, да. Первым делом мы плетем венки, потом мы идем к воде. Мы где-то, отправляем... А, вот там же у нас есть пруд. Да, запускаем. Мы отправляем их по воде, там гадаем тоже, там на суженных. Ну, у кого есть уже суженые, просто на что-нибудь другое. Мы тут почти все с суженными, кстати. Да. Короче, нам когда сказали принести зеркала, я думал, все с такими реально маленькими придут. Смотрю, зеркала. Ну да, хотя у нас есть такие же точно зеркала большие. Ну, я что-то не подумал как-то, ну ладно. Видите, у меня такая же старая плитка, я ее тоже везде поубирал. Наверное, у нас плюс-минус одного года дома. Везде одинаково строили. Все, Манюня, привет! Красивая! Угу. Привет! Привет! Ты зеркалом сказали, можно пускать. Можно. Заходи, уже плетут венки. Короче, пока они плетут, нам дали задание, кому фоткать, кому на видео снимать. И нельзя отходить вообще от них. По Давида самый лучший. Явно на ютубе смотрел туториал. Ага, готовился. Спасибо. Ем. А где твой веночек, Паша? Да. Тебя видно. Хорошая работа, Давид. Спасибо. Очень шикарно выглядит. Я старался, я готовился. А запускать будешь? Да, мы уже с Илоном Маском договорились. Блин, здесь такой процесс происходит увлекательный, и нас всех нафиг гоняют отсюда. Саша, кстати, ты единственный, кого не прогнали, поэтому я к тебе сюда и пришел. Ну да, потому что, блин, я куда ни стану, меня везде гоняют. Посмотрите, сколько нас. И все такие, и очередь из девочек. Нормально. Они, кстати, они в очередь по второму кругу становятся. Да. Они типа сфоткались и снова в очередь смотрят, сфоткались. Получилось или нет, и дальше. Так, что-то оно все сюда прилетает, а нам нужно, чтобы оно от нас уходило. Надо на ту сторону идти, да? Плывем? Ну ты видишь, оно все сюда подгребает. Да, здесь сток. Ну, пойдем на ту сторону, вон можно перейти. Отсюда и пустишь? Тот венок, который первый пришел, тот победил, да? Мы отсюда пускаем, а оно сейчас вот туда улетит. Аккуратненько, подожди, кладем. Подожди, не торопись. Все вместе кладем. Кто первый утонет веночек? А, тот проиграл. Тот проиграл, очевидно. У кого дольше, ровненько поплывет по воде, у того будет бот прекрасный, офигенный, классный. Если оно доплывет до того берега, девчата, тогда... Жених иностранец. Да, и жених иностранец выйдет замуж за мекса или канадца. Мы точно знаем, что мы нафотографировались, да? Нет, это к тому, что вдруг мы будем... Кто утонул? Я. Нет, еще нет, еще нет. В смысле утонула? Что-то мой не очень это... В смысле? Тебе в Мексике понравилось или что? Я не понял. Тимоняшим все.
У нас уже определили, что самая счастливая в этом году будет Анечка. А Саша с Юлей связаны даже венком навечно. Значит так, настало время мальчика. Посмотрим завтра Google снимки. Уже стемнело, и у вас будет самое главное задание любой купальской ночи – это найти таинственный цветок папоротника. Мы называем это папоротик-ветка в Беларуси. Как ты его нашел? На страшном. За углом было это, да? На фиговом дереве рос папоротник. Не знаю, где в Беларуси еще растут фиговые деревья, но в общем, да. Но он сделает тебя богатым. Да, держи.